Давайте рассмотрим три разные возможные характеристики любой мутации. Принято по их последствиям, а точнее по последствиям их фенотипического проявления, все мутации делить на три группы. Первая будет называться положительная мутация, и обозначается значком плюс в скобках. Вторая будет называться отрицательная мутация и обозначается значком минус в скобках. А третья будет называться нейтральная мутация и обозначается плюс-минус в скобках. Разберем, что это такое. Определение на самом деле очень простое. Положительной называется любая мутация, проявление которой повышает шансы на успешное размножение у своего носителя. Если успешно размножился, значит, вот этот текст передан в следующее поколение. И носитель положительной мутации делает это успешнее, чем нормальный немутантный зверь. Соответственно, отрицательная мутация, какая мутация? Понижающая шансы размножения у существа, у которого она проявилась. А вот нейтральная, что такое? Которая не изменилась. Не влияющая. Ага, а не влияющая, как она вот просто никак не влияет на жизнь. Не сильно влияющая. Не сильно. А может быть, она... Бывает такой случай, но это очень редко. А может быть, она может и повысить, а может, ну, в разы. Во-во-во-во-во. Дело в том, что огромное количество мутаций какие-то процессы улучшают, так? А какие-то ухудшают. Ну и как их, таких мутаций считать, положительными или отрицательными? А смотрят, а какое количество детенышей выживает у такого мутантика? Если столько же, сколько у немутантных особей, то такую мутацию будут называть нейтральной мутацией. Нейтральной. Это не значит, что она ничего не меняет. Просто плюсы, которые она дает, уравновешиваются минусами, которые с ней связаны. Представления эти важнейшие, поэтому отыграем на вполне реальном примере. Известно такое врожденное заболевание у людей, а как мы сказали с вами, врожденное заболевание – это просто древняя мутация. Серпоклеточная анемия. Итак, серпоклеточная анемия – это нарушение программы построения нормального эритроцита. А что это за клетки такие, эритроциты? Клетки крови, задачка у них какая? Перенос кислорода. Это главное, еще раз. Серпоклеточная анемия. Заболевание, вызывающее изменения в эритроцитах. А эритроциты – это клетки-переносчики кислорода. На самом деле они в переносе СО2 участвуют, но вот уж кислород-то без них просто нет. Сколько примерно у нас в теле, у каждого из нас эритроцитов? Очень много. Много – это как? Больше 10? Больше 3. Больше. Больше, больше. Уверенно можно сказать, что больше. Значит, количество форменных элементов, то есть клеток крови, считается всегда на кубический миллиметр. Так вот, у здорового человека в каждом кубическом миллиметре крови в районе 5 миллионов эритроцитов. Что? Кубический. Да, именно так. Эритроциты – это клетки, высочайшим образом специализированные. В частности, взрослый эритроцит человека не имеет ядра. При созревании он его просто выбрасывает. Поэтому эритроциты могут размножаться сами или нет? Нет. А без ядра может ли клетка долго жить? Нет. Поэтому срок жизни у них очень ограниченный, не больше 120 дней. А после разрушаются. От зуба новые берутся. Если размножаться сами эритроциты, не могут категорически. Значит, деление? Да, делением клеток предшественников. Вот такие клетки предшественники, в растении такие клетки будут называться камбии, порождающие ткани. Так? Точнее, даже не камбии, а меристемы. Меристемы, точнее, камбия – это один из вариантов меристемы. Да. Полезно кому, а главное для чего? Для чего? А почему именно ребенку?
А заболевания бывают очень разные, это я вас профессионально уверяю. При некоторых заболеваниях нужно раз в месяц резать себе. Вы знаете, я бы даже чаще, чем раз в месяц, не резал, а просто порол советчика, который такие советы дает. Да? Это можно существенно чаще, чем раз в месяц сделать. Что вы имеете в виду? Резать самому себе категорически не советую ни в каком случае. Если, кровопускание. Если чего-то подобное нужно, иногда реально бывает нужно, но, конечно, не резать. Другое. Это будет называться, Хорез, гемолиз, очень много разных медицинских процедур есть, но они делаются стационарно, ради Бога. А не дома, в ванне при помощи бритвы. Никому никогда этого не нужно, уверяю вас. Уверяю вас. То есть, пожалуйста, не ковыряйтесь в себе. Это нездоровая практика. А почему кровопускания в 19 веке были настолько там, в моде, а заодно пиявки и там подобное? Ну, с пиявками вообще призанятная история. Дело в том, что это будет отскок такой большой, на самом деле, но уж если вы задали, я имею в виду отскок от генеральной линии. Скажите, пожалуйста, пиявка чем питается? Кровью. А у всех гематофагов, ну, то есть по-русски кровососов, есть одна очень неприятная проблема. Ну, проковыряла пиявка дырочку своей будущей жертвы. А ведь у жертвы какой механизм вообще срабатывает в крови? Свертывание крови. Позавтракать можно или нет? Нельзя. Кровь свернется и все. Значит, поэтому в слюне у всех гематофагов какие вещества будут содержаться? Разжижающие. Не разжижающие только. Конечно, кровь нельзя разжижить. Точнее, не дай бог вы это сделали, вы тут же немедленно умрете. Так? А вещества, блокирующие аппарат свертывания крови, к разжижению крови это не имеет, уверяю вас, никакого отношения. Вот, но просто тромбы при этом не образуются. Вещество это из слюны пиявок было выделено. Назвали это вещество в честь пиявок. Пиявка по латыни херуда, геруда. Так? Значит, вещество это назвали герудин. И в результате герудин используется как очень эффективное антитромбозное средство. Дело в том, что развитие тромбов в кровеносной системе – это действительно огромная проблема. Все атеросклеротические процессы, все, что связано с тромбофлебитами и так далее. В этом случае герудин помогает влиять на исход тромбообразования. Пиявкотерапия, хирургтерапия дает положительные результаты не потому, что пиявки выпивают какую-то там плохую кровь. Они, во-первых, у нас нет никакой плохой и хорошей крови. У нас же кровь, одна кровь и есть, да? Пиявки просто завтракают. Но попутно, какое вещество попадает в кровь пациента? Герудин. А значит, что с шансами тромбообразования? Уменьшаются. Идея-ка ясна? Да. Значит, так что все эти народные методы, это вещь, конечно, чудесная, но вот в 21 веке в условиях мегаполиса пользоваться мифологическими представлениями о собственном здоровье крайне опасно. Все эти сейчас очень распространенные сайты, не буду эпитетов использовать, мам, которые заботятся о здоровье своих детей и так далее, там такого можно прочесть, что если следовать этим указаниям, это вернейший путь к началу эпидемического взрыва. Потому что на самом деле мегаполисы – это ситуация очень эпидемически тяжелая. Мы платим очень высокими рисками за свое пребывание в таком месте с высочайшей концентрацией людей. И неграмотное отношение к собственному здоровью в этой ситуации, ну, это примерно то же самое, что игры со спичками, сидя верхом на бочке, с порохом. Можно, конечно, немножко поиграть, но один раз. Так, возвращаемся к нашим матрицам. Итак, сверхклеточная анемия. В результате одной из древних мутаций рождаются эритроциты не нормальной формы, нормальный эритроцит вот такой. Если посмотреть на него сбоку, он немножко похож на бублик с заращенной дыркой. Ну, то есть вмятина с этой стороны есть, но она не сквозная.
Такая фигура будет называться два ярко вогнутый диск. Если я сделал вот такой разрез через эритроцит, разрезал его на две половинки, я увидел вот такую картиночку. То есть это такой диск, который сжат посередине. Все представляются? Значит, ядра в нем нет. По сути дела, это такой баллон, заполненный одним из пигментов, гемоглобином. Пигменты образуют неустойчивое, легко образуют неустойчивое соединение с кислородом, а поскольку соединение неустойчивое, то оно также легко и разрушается. Поэтому в одних местах гемоглобин легко присоединяет кислород, а в других местах также легко отдает. Вот это и есть основа переноса кислорода в нашем организме. Принцип здесь простейший. В тех местах, где кислорода много, гемоглобин что будет делать? Отдавать или присоединять? Присоединять. Где больше всего кислорода у нас в теле? В легких. Итак, кровь, которая проходит сквозь легкие, каждый эритроцит начинает связывать кислород на гемоглобине. При этом каждая молекула гемоглобина может связать до 4 молекул кислорода. Так? А в каждом эритроците одна молекула гемоглобина? Нет. Миллиард. То есть это такая эффективная система связывания кислорода. Отлично. Кровь внесла эритроцит куда-то там в работающие ткани, в мышцу, в мозг, в железу. А сколько там кислорода? Мало. А куда он делся? Вышел. Куда вышел? Клетки его израсходовали. Ага. Это понятно? Ситуация низкой концентрации кислорода. Что сделает гемоглобин? Связь разрушится, он оказывается. Спокойно диффундирует туда, где его меньше всего. А меньше всего его где? В работающие клетки. Понятно? Ну вот это основа переноса кислорода. И все чудесно, пока человек не получает вот эту вот программу сверхклеточной анемии. В чем дело? Рождаются не вот такие эритроциты, а вот такой формы, как лунный серпик. Отсюда и название сверхклеточная анемия. А такой эритроцит во много раз хуже связывает и переносит кислород. По простейшей причине. У него площадь поверхности. Ну и скажите, что будет чувствовать человек больной сверхклеточной анемией? Недостаток кислорода. Недостаток кислорода. В нормальном состоянии, ну вот при совершенно нормальной, такой устойчивой жизни, в общем-то, жить можно. Но стоит развиться хоть какому-либо стрессу. А при стрессе резко повышается потребность кислорода в мускулатуру, у головного мозга, у печени. Вот в этом состоянии что оказывается? Нехватка кислорода. Какая ткань у нас с вами самая капризная? И по кислороду, и по глюкозе. Мозг. Головной мозг. Чуть что не так, нейроны теряют способность производить нервный импульс. При сверхклеточной анемии, возросли нагрузки, мозг недополучает кислород. Что произойдет? Потеряет сознание. Потеря сознания, разумеется. Ну, первоначально у человека появляются все признаки асфиксии, недостаток кислорода, синеют губы, синеют веки, появляется тяжелая одышка, ну а потом потеря сознания. Так, по-вашему, мутация типа сверхклеточной анемии является положительной, отрицательной или нейтральной? Отрицательной. Отрицательной. А теперь берем Юго-Восточную Азию. Вьетнам, Бирму, Камбоджу и так далее. А какое инфекционное заболевание на нашей планете до сих пор самое смертоносное? Больше всего смертей от какой инфекции? Может, чума? Чума уже. Да ну что, чуму загнали, взяли под контроль достаточно давно. Малярия. Малярия. Максимальное количество ежегодных смертей на нашей планете от малярии. Причем те формы малярии, которые в европейской средней полосе, это еще туда-сюда. А вот на юго-востоке Азии, в Центральной Америке, в Центральной Африке тропические малярии. До сих пор смертность от них высочайшая. Так? Значит, возбудителем малярии являются одноклеточные эукариоты, которые называются малярийные плазмодии. Переносятся они определенными видами кровососущих насекомых. Ну, в нашей полосе это так называемые малярийные комары. В других местах это могут быть москиты там, и так далее. Но фокус в том, что малярийные плазмодии, которые легко атакуют вот такой эритроцит,
и, собственно, порождает он как раз клетки крови, да, не способен атаковать вот этот измененный эритроцит. То есть у человека, страдающего сырпоклеточной анемией и живущего в Юго-Восточной Азии, появляется какая особенность по отношению к остальным здоровым? Иммунитет к малярии. А ему не страшна малярия, он ей просто не заболевает. Поэтому в условиях Юго-Восточной Азии можно ли назвать сырпоклеточную анемию однозначно отрицательной мутацией? Нет. Нет, нельзя. Вот, ребят, учтите, вот эти все плюсы и минусы, это не штемпель, это не клеймо на события. Все зависит от того, в каких конкретных условиях развиваются данные события. Мутация, которая проявляется как ярко отрицательная в одной ситуации, может оказаться очень даже выгодной в другой ситуации. Вот эта идейка понятна? Да. Хорошо. Значит, это мы их так поклассифицируем. А теперь попробуем немножечко с вами прикинуть, а что будет с их динамикой?